Областное управление Следственного комитета 65-го места в рейтинге поднялось на 12-е и впервые оказалось в первой двадцатке. Силовики подводят итоги работы за 6 месяцев. В регионе реже стали совершать убийства, но чаще стали давать взятки. Всего за полгода расследовано более 1500 преступлений, большая часть дел уже направлена в суд. Однако, по словам руководителя ведомства, несмотря на достигнутые успехи, работать еще есть над чем. В приоритете борьба с коррупцией, таких фактов выявили почти на 40% больше, чем в прошлом году. И давно совершенные нераскрытые преступления. Самое главное – это расследование уголовных дел, качественно расследовать, чтобы меньше было возвращения уголовных дел на дополнительное расследование. Ну и также приоритет, это одно из приоритетных направлений – это раскрытие преступлений прошлых лет. Будем неоднократно возвращаться, и если надо, и помощь с комитета попрошу, чтобы направили с Главного управления криминалистики.